Привет! Сегодня я расскажу тебе, как произвести вывод монеты План из платформы Mao Life на собственный электронный кошелек План. Для начала необходимо войти в личный кабинет сайта maolife.com. Введи свою электронную почту и нажми «Войти». Затем введи одноразовый пароль, который пришел тебе на почту, и войди в личный кабинет. Далее, чтобы произвести вывод средств, необходимо нажать кнопку «Вывод». Внимание! Вывод личных средств производится только с основного баланса. Это важно. Перейдя в раздел «Вывод», мы видим два блока. Это внутренние переводы, предназначенные для перевода монет из личного кабинета в другие кабинеты, и вывод на кошелек «План». Именно этот раздел нам сейчас и нужен. В поле «Кошелек План» введи адрес собственного кошелька, если, конечно же, он у тебя уже имеется. Если такового еще нет, то в описании к данному ролику будет ссылка на видео, в котором я подробно рассказываю, как создать собственный кошелек «План». После того, как ты ввел адрес кошелька, внимательно ввел адрес кошелька, введи сумму перевода и нажми «Вывести». Как видишь, сумма личных монет в личном кабинете изменилась, и в разделе «История» ты можешь увидеть данный перевод. Сумма, адрес и время отправки. Отправки производятся очень быстро, поэтому, недолго думая, переходим в кошелек «План», обновляем историю и видим, что монеты уже зачислены. Также в истории транзакции мы можем увидеть хэш транзакции и адрес кошелька, с которого было поступление. А теперь я покажу тебе, как вывести монеты План из личного кошелька обратно на платформу Mao Life. Для этого возвращаемся в личный кабинет и переходим в раздел «Ввод». Каждому клиенту платформы Mao Life присвоен свой уникальный адрес кошелька. Скопирую адрес своего кошелька. Теперь перейдем в кошелек План. На верхней панели кошелька нажми значок, который похож на ракету. Это как раз и есть кнопка перевода. В адрес получателя введи или вставь скопированный адрес кошелька, который присвоен тебе в личном кабинете. Введи сумму, которую желаешь перевести. Если необходимо, введи комментарий и нажми кнопку Send. Отправить. Для подтверждения отправки введи пин-код, если он у тебя установлен. Монеты улетели. Теперь зайдем в личный кабинет и видим, что баланс уже увеличился. Также в разделе «История» можешь посмотреть, откуда и когда был перевод. Ну вот и все. Теперь ты умеешь выводить и вводить обратно средства с платформы Mao Life на собственный кошелек План. Как видишь, все очень просто и понятно.